Друзья, всем привет! Сегодня наша передача «Наша кухня» мы снимаем в Красногорске, Московская область, лето-кафе. Это наш друг и товарищ Андрей, директор. Это наш друг и товарищ Сергей, шеф-повар. Недавно в декабре мы здесь играли концерт квартетом. Нам понравилось это заведение. Опять же, Андрей вот нас приглашал. Слушателям, я тоже так понимаю, понравилось, зрителям. Аншлаг же был. Аншлаг. И не пятница, и не суббота. Да, и рекламы никакой практически не давали, то есть был аншлаг. И в конце нашего выступления нас угощали вашим фирменным блюдом — пицца с лососем. И вот я хотел бы снять сегодня, как вы это делаете, чтобы нам шеф Сергей рассказал, как это все происходит по мелочам. Ну и, соответственно, те зрители, кто смотрит нашу программу, знали, как делается такая вкусная пицца с лососем. Сергей нам все расскажет. Да, расскажу. Делается очень просто, ничего сложного. Кому интересно, тот может сделать дома. Тесто какое-то определенное у тебя, да? Тесто для пиццы, обычное тесто. Ничто, ничего сложного в этом нет вообще. Но рецепт теста мы держим в секрете. Ну, это понятно. Сейчас мы находимся на кухне лето-кафе. Сергей нам расскажет и покажет наглядно, как он это все делает, свою фирменную пиццу с лососем. Серег, с чего начинаешь? Ну, вообще раскатывается тесто. Тесто дрожжевое, можно раскатывать, кто не умеет руками, можно скалкой это все сделать. Ну, желательно, чтобы руки были, обязательно руками, потому что тесто любит руки, делается все руками, растягивается, раскатывается. Вот, тоненькое тесто, делается соус, соус делается из любого сливочного сыра и сливок. Немножко добавляется соль и перец. Очень простая рецептура. То есть это не майонез? Нет, это не, ни в коем случае не майонез. Нет. То есть это... Сейчас майонез не популярен, хотя его везде. Хотя на самом деле в майонезе ничего страшного нету. Ну, майонез это всего лишь масло, желток. Ну, сыр-то поинтереснее будет. Сыр поинтереснее, да, согласен. Тем более вот такой мягкий. Да. Ну, немножко разбавляется он сливками, жирными тоже. Ага. Вот. Разбавляется, в принципе, для того, чтобы удобно было нанести на пиццу. Угу. То есть, ну, в принципе, удобнее. Так. Да, можно уже делать. Вот. То есть, и вот он берется и потихонечку, такими движениями, вот наносится. Потихоньку наносим. На всю пиццу, да? На всю поверхность, да. Почему-то вот когда она уже готовая бывает, всегда лакомый кусочек хотят в серединке себе вырвать. Потому что может потолще, это много соуса. Стекается все в серединку, а по краям одно тесто. Ну вообще пицца у нас ассоциируется с этим, с колбасой, там, с какой-нибудь там, с мясом, с курицей, да? А у тебя, видишь, необычная она. Ну, кстати, очень много видов пицц, которые без колбасы, просто у нас люди больше любят, ну... Ну да, у нас как мы привыкли. Особенно, уже. Да, климат у нас не очень теплый, и как бы с морепродуктами, и всякие экзотические у нас в нашем климате не очень идут, потому что, ну, все очень просто. Потому что у нас их нету. Они у нас, да, они у нас, может, и есть, но не того уже немножко качества, что, конечно, в тех странах, где они имеются, ну, произрастают. У нас не Франция, не Франция, Италия, да. То есть на Дальнем Востоке, то, конечно, там можно где-нибудь на Сахалине пиццу использовать с разными морскими гадами. А у нас привычнее все-таки колбасная пицца. Ну, как она к нам пришла? Аж недавно довольно-таки к нам пришла, да? Ну, пицца в таком виде, чтобы была распространена, ну, наверное, ну как, ну, лет 15 она точно, наверное, уже. Не наша, не российская национальная. Да, конечно, нет. Поэтому. Это итальянская, простая еда. Ну, достаточно. Простая итальянская еда? Да. Это что такое? Это берем сыр, моцарелла, натертый. Вот. Вот так это выражается.
сначала соус, потом соус, сверху сыр. Потом вот сверху сыр, да. Натертая моцарелла. Да. Моцарелла молочная. Молочный сыр моцарелла натертый. Вот распределяем его по щепиц. Уже слюни текут. Что мы дальше делаем? Берем семгу. Кусочки семги. Не тонко нарезанные. Она же семга, она же лосось. Ну, в принципе, да. Лососевая. Вот ты говорил про рыбу. То, что... Весь лосось, он у нас выращенный. Ну, дикий лосось, да, крайне трудно найти, именно лосось. То есть, если взять ту же нерку, ну, кижущий вообще тяжело найти у нас. То есть, в магазине его практически нету. Ну, его я не видел, по крайней мере. Лосось, да, пожалуйста, нерку можно найти. Нерка рыба дикая. То есть, выращенный лосось, и который... Дикая рыба, которая из рек вылавливается и из моря, это немножко разные вещи, то есть та рыба очень полезная. Я когда был первый раз на Сахалине, я попал на киту. Кита заходила с моря в реки. И ты представляешь, там и икры мы поели, да, там и вот это киты мы поели. Но это дикая, реально дикая, конечно, рыба, и она и вкусная. Конечно, вкусная. А эта семга, она получается, это же как карп выращенный. Ну, да, да. Причем выращивают ее очень много в Норвегии, к нам везут. Норвежская семга. Да, иногда под видом мурманского лосося. Вот, но все-таки мурманская семга, она все-таки... Да, но она не такая жирная. Она не, дело даже не в этом, а есть мурманские, там есть свой период, когда именно ловят и привозят, а она не может быть круглый год. А в некоторых магазинах, естественно, говорят, что это все время не мурманский. То есть, ну, такого не бывает. Ну и у нас остается заключительная серия, это, я так понимаю, украшение, потому что основа — это соус, сыр, тесто, семга, а это уже украшение, да? Ну, это и украшение, и как бы это... Ну, ингредиент тоже лук, порей и черри томаты. Он дает своеобразное дополнение. Да, да, дополнение, вкус дает. Ну, лук, порей. То есть выглядит вот так вот он у нас резет. То есть, да, и он сейчас популярен этот. Да, стал популярен. Раньше мало кто использовал у нас, ну, дома, по крайней мере. На кухне он используется давно уже, конечно. Вот. Кстати, в наших широтах он тоже замечательно растет. А где он растет? На даче. Да? Да. Он, конечно, не вырастает такой большой, но если, ну, человек этим профессионально не занимается, но он растет. Я вот пробовал, например, он вырастает замечательно. Нет, не видел, чтобы на даче. Мы на даче редко бываем. Некогда, времени хватает. А так, в основном, там же обычно растет. Обычный лук, чеснок. Кинза, петрушка. Сейчас уже и научились наши пари выращивать, да? Но семена есть, да. Он единственный вырастает немножко меньше, чем который продается. Аппетитненькая пицца. Еще приправы. Это орегано. На каждую пиццу идет орегано обязательно. Орегано и оливковое масло всегда идет на пиццу чуть-чуть. Видишь, я этого не знал, чтобы оливковым маслом спрыснуть. Ну все, в печку? Все, в печку. На просторах новогодних я вкусил запретный плод, портал сил потусторонний мне открылся в Новый год. Ты ко мне прижалась телом, нежно обняла в ночи, прошептала между делом: мил, только не молчи. Я отдал себе честь.
шаги, навсегда остановится мозг. Слышишь, помоги. Нет, они есть. Да. Бежал мороз, Саша, давай по коже, сейчас. А потом бросила в жар. Стало на душе тревожно, в груди холод и пожар. В часы полного забвения сильно хочется любви. Прошу не для развлечений, будь со мной, визави. Ты ко мне прижалась телом, нежно обняла в ночи. Прошептала между делом, милый, только не молчи. Я отдал себя частицам, сердце стук, словно шаги. Навсегда остановиться можешь, слышишь, помоги. Убеждал тебя, что скоро вновь закроется портал. Будем счастливы и снова твои слезы вытирал. Дотянуть бы до крещения, подготовить душу в пост, попросить у всех прощения, зайти в воду в полный рост. Ты ко мне прижалась телом, нежно обняла в ночи, прошептала между делом, милый, только не молчи. Я отдал себя частицу, сердце стук, словно шаги. Все, пойдем есть пиццу. Приятного аппетита. Ух ты! А вы ее уже нарезали, да? Конечно. Слушай, ну шикарно, да, выглядит? Да, я мне очень нравится. Ну, правильно, молодец. А еще для наших зрителей, кстати, некоторые повара готовят помидоры, кто-то в печи запекает. А кто-то свежие черри кладет. Ну, это уже на цветы. Ну, они смотрели, они уже сготовились. Да, ну, мы обычно спрашиваем, кто-то свежие кладет. Ну, просто вот нарезает. Не-не-не, вот так вот они вообще классно, они прям все. Ну, запеклись. Еще приступим, попробуем? Да, конечно, да. Твой кулинарный шедевр? Ну, не мой, а это ваша. Совместный? Да. Ваша кухня, наше блюдо, слушай, шикарно. Пойдем, оператор, с нами есть, а то не достанется.